Друзья, селекционеры нашей компании здорово постарались и создали замечательный, шикарный гибрид капусты-брокколи, который не уходит в свет ни в одном регионе нашей Российской Федерации. Это капуста – детский деликатес. Давайте сейчас посмотрим, познакомимся с ним подробнее. Такие головки у него вырастают через 60 дней, практически спустя 2 месяца после высадки рассады. Головки плотные, они массой где-то 0,9-1 килограмма. И этот урожай будет завязываться у каждого растения. Просто какой-то ботвы или даже цветущих растений вы не увидите. Это очень надежный гибрид. Можно выращивать и весной через рассаду, и вы получаете первый урожай ближе к середине лета. Можно, конечно же, продлить свое витаминное лето и выращивать его через рассаду уже к концу дачного сезона. Если вы любите капусту, брокколи, и вы приверженцы правильного питания, сейте каждые 10-12 дней, и вы всегда будете иметь на своем столе классные вот такие вот головки капусты, брокколи. Детский деликатес. Это не только, конечно же, легко усваиваемый белок, это и надежная, мягкая клетчатка, которая полезна для потребления, особенно деткам, которых только еще устанавливается кишечник, и людям пожилого возраста. Эта мягкая клетчатка нормализует наше состояние кишечника и мягко и деликатно решает все проблемы, которые с ним возникают. Брокколи – детский деликатес. Счастье любого овощевода нашей страны, потому что это гарантированный ваш урожай.